Ой, бедные твои колесики, сейчас лопнут. Да, очень смешно. Сегодня первый день у нового босса. Говорят, он яйцекрут. Говорят, что он — это она. Че, трансвестит? Вау-вау-и-вау! Смотреть можно, главное не трогать. Если повезет, станешь ей жирным лучшим другом. Не ушиблись? Где я? В Англии? Шучу, все в порядке. Красотка. Она 10 из 10, я на двоечку. Ей не пара. Это как тюлень и русалка. Нельзя сидеть сложа руки. Она должна тебя заметить. Тут была выпечка? Да, булка с изюмом. Хоп! Давай, Делибуза! Я не танцую. Ну, хоть подержи тогда. Я случайно видел, что она сальсу танцует. Все девушки любят, когда мужчина танцует. А ты так танцевал. Каблуки горели. Да весь танцпол полыхал. Если она тебе правда нравится, сальса – это твой шанс. Вернулся. Мальчик с пламенем в каблуках. Что тебе от меня нужно? Одно занятие. Все освежить. Меня зовут Бижан, очень приятно. Я Брюс. Бижан значит герой. А что значит Брюс? Куст или кустарник. Давай за работу. Ноги жеребца. Крылья орла. Я сказал орла, а не страуса. Бабы используют таких, как ты, чтобы подобраться к таким, как я. Ты меня не знаешь. Чего я не знаю? Я танцую. Покажи, посмеемся. Это сальса. Что происходит в перерыве, остается в перерыве. Давай по-мужски разберемся. Ты должен танцевать. Надо просто дотянуться и взять. Кисти белые. Ага, белый член. Пришло твое время, Брюс. Ой, мне пора на эпиляцию яичек. После эпиляции наберу. У меня есть то, чего у тебя нет. Знаешь, что это? Сахарный диабет. Танцуй отсюда.